В Макеевке полицейские пресекли торговлю фальсифицированным алкоголем. Работники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД Донецкой Народной Республики совместно с коллегами из Макеевского городдела полиции получили информацию о том, что одна из торговых баз города реализует подпольно изготовленную алкогольную продукцию. В ходе проверки правоохранители задокументировали факт правонарушения. По бросовым ценам недобросовестные предприниматели реализовывали жидкость с характерным спиртовым запахом, изготовленную из ингредиентов неизвестного происхождения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 277 УК Донецкой Народной Республики. То есть производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работы или оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности. Максимальное наказание по данной статье до 2 лет лишения свободы. Сотрудниками полиции изъято более 200 ящиков контрафактной водки. На данный момент жидкость находится на экспертизе, которая определит, насколько серьезными могли быть последствия от употребления суррогата для обманутых покупателей.